Еще раз всех приветствую, сегодня записываю небольшой обзор такой замечательной педали от компании MT Electronics, это MT E-Drive. То есть, как видите, педаль достаточно компактная, это сникерс формат, но по звучанию весьма и весьма злобная. В чем можно убедиться, посмотрев видео, которое буквально на днях писал, записывал один из моих треков на этой педали, там только она. То есть, получается педаль, Pangea, ну это Speaker Sim и звуковая карта, и все звучит достаточно так вот мясновато по англому. Ну а сегодня, как обычно, пройдем на мой обзор на разделочный стол и покрутим ручки, послушаем педаль без микса. Также напомню, что, как и в случае с обзором прямо по MTK2, тоже будет в описании спецссылка на спецсцену, поэтому проходите и, кому интересно, можете эту педаль приобрести. Ну и, в общем, погнали на стол крутить ручки. Ну вот, как видите, педаль действительно достаточно маленькая, можно взять какую-нибудь слэшку, извиняюсь, слэшку для сравнения, и видно, то, что педаль действительно такая очень компактная, миниатюрная. В плане коммутации здесь все стандартно, вход-выход. Сейчас я питаюсь от MT-шной косички, очень, кстати, удобная вещь, точно получается адаптер один, и он сразу запитывает и Pangea, и TubeCake, и непосредственно эту педаль. По крутилкам здесь все стандартно, то есть громкость, тон и гейн, ну и есть маленькая кнопочка Voice там сбоку. Здесь есть также система антикирзач, очень такая удобная душка металлическая, то есть тоже получается в пылу концерта можно эти ручки спасти и настройки не сбить, когда будете по ней топать. Ну и давайте посмотрим, сейчас немножко пожужжим, пока вот с такими настройками. Звучит вполне нейтрально, давайте немножко добавим гейнича и немного звук приоткроем. Вот таким образом. Посмотрим сейчас. Ну вот действительно педаль достаточно похожа по характеру звучания на Engl. Теперь давайте сходим немножко повыше с такими же настройками. Немного попищим. Теперь давайте добавим еще немножко больше гейна. И пульнем, допустим, Сипачевского. Ну вот, я думаю, что лидовый звук тоже вполне себе неплохой. Ну и давайте посмотрим, что это делает кнопочка Voice таинственная. Это, верно, настройки такие более нейтральные. И сейчас я постараюсь аккуратненько нажать. Посмотрим сначала так. Теперь поставлю предыдущий режим и тоже сыграю похожую какую-нибудь квинтовую бодягу. Посмотрим. Поехали. Ну вот, я считаю, что получилась вполне себе неплохая педалька, характер Engl есть, он узнаваем. Собрана педаль хорошо, очень компактная, поэтому от меня всяческие рекомендации. Ну, давайте посмотрим еще в плане уровня фона на максимальном гейне. Конечно, на MT я никогда в плане фона не подводил, но тем не менее, давайте посмотрим. Итак, я включаю громкость на гитаре. И уровень очень даже добрый. Конечно, с таким гейном я думаю, что будет звук такой менее динамичный. Да, он становится такой менее ударный, более скрипичного типа. То есть можно какие-то штуки пищать, вибратки всякие. Далее. Ну, в общем, как обычно, всем удачи. Напомню, что ссылка на спецсцену в описании. Также есть в описании ссылка на звучание этой педали в миксе. Ну и всем удачи и пока. Скоро продолжим.